Приветствую вас, дорогая церковь. Рад вас видеть. Давайте я сейчас отключу у себя звук, чтобы сам себя не слышать. Всем привет. Простите, что мы задерживаемся. Ну, вот так. У нас подводит техника. Подводит уже несколько дней. То YouTube не работает, то еще что-то не работает. Весь мир вещает онлайн. Поэтому, скорее всего, мы вот в такой ситуации. Ну, слава Богу, что церкви онлайн. Сегодня, и мы видим одно за другой, просто заходят люди просто в интернет, пытаются вещать, пытаются проповедовать. Я просто здесь смотрю на два экрана, чтобы видеть и вас, и себя, чтобы видеть чат и видеть то, что вы пишете. Так что вот всех вижу, кто заходит. Приветствую Дима из Екатеринбурга, брат, с которым мы познакомились буквально несколько дней назад. Рад вас видеть всех. Сегодня у нас такая, почему-то здесь написано до сих пор предыдущая тема проповеди, не могу понять почему. Наша тема называется по-другому сегодня. Тема наша называется «Последний экзамен церкви». Ну ладно, мы потом переделаем. Бывает всякое. Бывает, что и, видите, и здесь тоже техника подводит, берет из старой памяти, что называется. Хорошо, еще раз рад всех приветствовать. Если кто-то уже здесь и может скопировать ссылку в нашу группу в Телеграме, сказать, что мы сегодня вещаем на Фейсбуке, буду очень рад, если вы это сделаете. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое сегодняшняя ситуация. Мы потихонечку все, слава Богу, выходим из карантина, и вы все это знаете. Я думаю, что ни для кого это не секрет. Я думаю, что если вы сейчас как раз смотрите эту проповедь, вы тоже потихонечку выходите из карантина. Скорее всего, вы уже в надежде на то, что когда-нибудь это все закончится и в нашей жизни тоже. Поэтому сегодня будем говорить о том, что творится в мире, о том, как это все повлияет на нас. Повлияет ли это каким-нибудь образом на нас? И сегодня вы, наверное, обратили внимание, я сидя, да, обычно я стоя проповедую, хотя это обо мне написано, вы, товарищ, сядьте на пол, вам, товарищ, все равно. Сегодня решил сидя, так просто пообщаемся. Мне очень хочется, чтобы у нас с вами был сегодня интерактив, и чтобы мы с вами пообщались, так сказать. Я буду задавать вопросы, вы можете писать ответы в чате. Я буду очень рад, если мы на эту тему сегодня поговорим серьезно, потому что завтра наступит день, когда нам нужно будет принимать какие-то решения. Новая жизнь, новый мир. И поэтому давайте я просто сейчас говорю много, занимаю рекламную паузу, пока все подключатся. Давайте помолимся перед тем, как начать, и начнем говорить. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты собираешь нас сегодня здесь, в пятницу, Господь. В твой шестой день, когда ты закончил сотворение, Господь, и отделил будничное от покоя, Господь. Мы благодарим Тебя, что ты сегодня позволяешь нам прийти в твой покой через слышание Слова Божьего, Господь, через то, как ты, Господь, ведешь нас, через то, как ты, Господь, направляешь нас нашими путями, Господь. Чтобы мы ходили, Господь, и являли славу Твою во всем, Господь, потому что Ты славы своей никому не отдашь, Господь. Мы будем поклоняться только Тебе, и весь мир преклонит свое колено перед Тобой, Господь. Мы благодарим Тебя, слава Тебе, Иисус. Будь с нами сегодня, касайся сердец наших, Господь. Всех, кто нуждается в Твоем сегодня, Господь, помазании, в том, чтобы, Господь, сегодня просто быть в покое Твоем, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты был с нами, касался нас. Будь прославлен и превознесен во веки веков. Аминь. Итак, сегодня 1 мая, начало нового месяца по Григорианскому календарю. И вот как бы о чем хотелось поговорить сегодня. Что творится в мире сегодня, мы все знаем. Люди разбросаны, нас растолкали всех по домам, просто заперли по домам. Фактически есть страны, где вообще выходить нельзя никуда. Вот у нас был День независимости, и на День независимости нас всех посадили дома. Такого Дня независимости у нас не было еще ни разу. Мы обычно всегда собираемся на пикники, собираемся на всякие шашлыки, там жарим мясо. Весь Израиль должен пропахнуть мясом на ближайшие там 2-3 недели. Но так получилось, что нас заперли дома. Мало того, что нас заперли дома,
мы еще и оказались в день памяти жертв терактов и войн Израиля. Тоже никто из родственников даже не смог попасть на кладбище, чтобы, так сказать, ну, может быть, за могилой поухаживать или еще что-то. Короче говоря, очень странная ситуация. И вот люди растолканы по домам, государством, и существуют запреты на выход, запреты на то, запреты на это. Вы знаете, что в большинстве стран, в частности и в Израиле, и в России, запрещено собираться церквям. Мы не можем проводить собрания. Некоторое время еще, скорее всего, это будет тоже запрещено. Мы будем опять находиться вот на таком вот, что называется, осадном положении. И вы знаете, что происходит в этот момент? Люди начинают искать, если знаете, как нету основного советчика, появляется другой. Вот как-то раз я молился за одного брата, и дьявол просто его устами проговорил мне эту фразу, она мне очень запала. Как бы. Когда один советчик не говорит, начинает говорить другой. Но дело в том, что Бог-то говорит всегда, мы знаем Писание с вами, потому что это дьявол мне проговорил это, я понимаю, что это не истина. А истина заключается в том, что Иисус говорит: «Се, стою у двери и стучу». То есть Иисус пытается достучаться до нас постоянно. Вопрос, слышим ли мы Его сами, слышим ли мы Его, хотим ли мы слышать Его голос. И в результате вот получаются разные вещи такие, что мы не хотим слышать голос Иисуса или не готовы слушать Его голос. А он продолжает стучать, и мы думаем, что он, скорее всего, стучит не к нам, это, наверное, к соседу, и продолжаем жить своей собственной жизнью, слушаем новости, как-то пытаемся читать интернет и так далее. А что оттуда нам рассказывают? Оттуда нам рассказывают всякую тьму. Вы знаете, там, где нет света, там туда приходит тьма. И вот эта тьма, она полна на самом деле не только ложью дьявола, она полна еще всякой ересью, она полна страхами, она полна сомнениями, она полна кучей всяких дел, которые как бы, ну, для Божьего Царства не, как это сказать, не подходят вообще никак. То есть мы не можем вообще с этим даже соприкасаться, по большому счету. И вы знаете, кто все это сеет? Мы понимаем, что это не от Бога, да, то есть написано, что все доброе от Отца Светов, а вот что происходит с недобрым? Что происходит, когда у нас вот такие вот вещи льются нам про всякие всемирные заговоры, про там всяких Биллов Гейтсов, которые пытаются как бы завладеть нами и использовать нас в свою там какую-то выгоду и так далее. Смотрите, человек без веры жить не может, ему невозможно, он не умеет жить без веры. И для того, чтобы во что-то верить, ему нужно что-то изобрести. Вот, например, сатанисты изобрели себе статую Бафомета и верят в него. Да? То есть следующее после сатаниста, то есть в эту градацию даже дьявол сам не попал, это атеисты, это люди, которые верят в то, что Бога нет. То есть это их тоже вера, они постоянно во что-то должны верить, потому что человек без веры жить не может, как мы уже говорили с вами. И получается, что они вот как раз и распускают эти самые слухи, они верят в теорию всемирного заговора, они верят в эту вот страшную теорию про технологию 5G, которая как бы нас всех убьет, это вообще там чуть ли не биологическое оружие и так далее. Вот это та религия, которую сегодня несет страх, та религия, которую несет тьма, которая поглощает сейчас во всем. Я почему об этом начал говорить? Потому что я вижу, что многие верующие просто уже начали проповедовать эту религию. И я это вижу каждый день. Я заглядываю в Facebook, я заглядываю в другие социальные сети, и я вижу, что наши братья и сестры во Христе проповедуют вот эту вот религию и призывают. Мало того, что ладно, они проповедуют, то есть они во что-то верят, они пытаются показать себя как бы борцами за справедливость и так далее, но они призывают нас бороться с этим, причем бороться конкретно против властей, то есть против плоти и крови. А мы знаем из Писания, что наша брань не против плоти и крови, но против сил и властей тьмы поднебесной. Это совсем не наши президенты, не наши премьер-министры, правительства и прочее. Это совсем другой уровень властей. И мы не можем бороться против него теми способами, которыми нас просят бороться с ними, так сказать, сегодняшние бунтари, так или иначе. И вот что интересно. Вот там, вот в этих вот во всех группах, в которые они вступают, да, они вступают во всякие группы
давайте протестовать против этого, давайте протестовать против коронавируса, давайте протестовать против правительства, там в Америке против Трампа протестуют, в Германии против Меркель, в России против Путина, здесь против Нетаньяху, все время против кого-то протестуют. И мало того, что верующие к этому ко всему присоединяются, они еще и не для того присоединяются, чтобы проповедовать там Иисуса Христа, а они проповедуют нам страх, который они черпают из этих групп протеста, и проповедуют нам страх. Плюс ко всему, вы знаете, у этого есть какие-то еще внутренние духовные, конечно, подоплеки, потому что человек сам по себе такие вещи внести не может. Вы же понимаете, что он позволяет дьяволу сеять в его голову подобные мысли. То есть он открывает место дьяволу, он открывает ворота дьяволу, дьявол заходит просто и делает там все, что хочет, он просто сеет любые мысли, в частности о том, что нужно протестовать против 5G. И мне нравится главное, что сидят наши верующие с новенькими мобильными телефонами и говорят нам, что нельзя ставить антенны 5G, хотя сами говорят, вот бы побыстрее бы интернет у нас был бы, да, и так далее. Я уже помню эту историю, когда здесь в Израиле было... Даже была такая же проблема с сетью 4G. Ничего, все пережили, никто не умер. Но я хочу вам задать вопрос такой. Уважаемые братья и сестры, которые переживают так за 4G и протестуют против всего этого, причем физически, что противоречит Слову Божьему, кстати сказать. Давно ли вы разогревали обед в микроволновой печи? И вы не знаете, наверное, я вам скажу, может для вас это открытие. Микроволновые печи излучают ультракороткие волны, которые... заставляют воду вращаться, молекулы воды вращаться внутри той еды, в которой есть, и таким образом она согревается и потом закипает. Вы не помните, что вы на 80% состоите из воды, и когда вы разогреваете себе пищу, а вы обычно как ее разогреваете? Минуту-две, и все это время находитесь рядом с микроволновкой. Вы подвергаете себя абсолютно такому же воздействию, под какому подвергается сама еда, которая находится у вас в микроволновой печи. Да, не на таком уровне, потому что вы не находитесь внутри самой печи, но она излучает и наружу тоже. Далее. Ваши мобильные телефоны. Вы думаете, они не производят электромагнитного излучения? Конечно же, производят. И они производят электромагнитное излучение на ваш мозг, ведь вы держите телефон возле своих ушей. Вы скажете, у вас есть наушники? Замечательно. Там тоже стоит электромагнитный излучатель. Называется он катушка или бобина, на которой стоит магнит и так далее. У нас все излучает электромагнитные лучи. Абсолютно. Все, чем мы сегодня пользуемся. Если вы хотите полностью отказаться от воздействия электромагнитных лучей, просто уезжайте в лес, оставляйте все свои металлические девайсы дома и живите там на одних грибах и ягодах. Это тоже классно, и это тоже имеет место быть. Вопрос, как мы этим всем проповедуем Евангелие, когда мы рассказываем, насколько плохо жить, когда вот такое правительство. Призывал ли когда-нибудь Иисус нас таким образом действовать? Призывал ли когда-нибудь Иисус нас протестовать против властей? Никогда. Я хочу немножко сейчас отвлечься от этой темы и сказать, что когда мы начинаем входить в противодействие со Словом Божьим, у нас начинают возникать очень странные реакции на происходящее. И вот когда всех нас заперли дома, и проповедники сегодня, я не говорю про всех, конечно, нет, это единичные случаи, и я сам стараюсь как бы в таких вещах участие не принимать, но иногда приходится видеть, это все в ленте мелькает, знаете, все-таки подписано на пасторов и епископов. Слушаешь это все, смотришь, и бывает иногда диву даешься. И вот простой пример. Две реакции разные, вот я даже себе сохранил. Первая реакция была одного американского епископа, который прислал мне, вы, наверное, помните, что случилось в Северной Корее, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перенес очень сложную операцию на сердце, которая там что-то пошло не так, он лежал в реанимации, по-моему, до сих пор лежит в реанимации, у него все плохо, его пытаются как-то вернуть к жизни. И об этом слухи просочились в прессу, все об этом узнали. И вот что пишет в своей ленте, и в частности в письмах, которые я тоже получаю, один американский епископ, мой друг Блейк Лоренс. Он пишет следующее. «Давайте молиться за Ким Чен Ына», я перевожу просто с английского, да, «чтобы Господь явился ему, исцелил его, и через это открылась Северная Корея, и народ пришел к Иисусу Христу». Это пишет человек, который находится в Америке, в Орландо, в своей церкви, который очень далек от Северной Кореи, у которого нету, может быть, каких-то забот, которые есть у нас. Следующее я читаю в ленте другой епископ, не буду называть его фамилию, потому что здесь вполне возможно кто-то из его поклонников есть, но это епископ из Украины, это украинский епископ, и вот его реакция. «Новости из Пхеньяна радуют, если бы и Москва вдогонку, был бы настоящий праздник».
То есть, понимаете, что люди, которые ведут за собой паству, они, позволяя себе вот такие вот выражения, такие вот высказывания, начинают просто уводить людей от Бога. И вы знаете, это люди, за которыми паства идет. Я не говорю, что они плохие люди, нет, они просто находятся в заблуждении, и это понятно, это очень хорошо видно со стороны, возможно, им самим это не видно. Но когда они говорят такие вещи, люди, которые на них рассчитывают, которые хотят от них увидеть заботу, они вдруг видят ненависть вместо любви. Где наша Божья любовь? Где молитвы за всех человеков? Где молитвы за царей, властей, за власть и начальство? Потому что по-другому, ну, по крайней мере, из той Библии, которую я читаю, не написано, как мы можем иметь жизнь безмятежную. А если мы молимся за других человеков, то да, можем иметь жизнь безмятежную. Плюс ко всему, на это есть воля Божья о нас, которая благая, совершенная и угодная. И мы не можем себе позволить сейчас вот таким образом реагировать на происходящее. Вы знаете, очень много было пасторов, которые призывали, да что вы там, да где же наша вера, что же мы теперь какого-то вируса испугались, давайте мы сейчас пойдем и соберемся и так далее. Я слышал эти лозунги, а потом я видел эти же пастора в Ютьюбе, на своих каналах, каялись за свои поступки. Потому что когда они проводили служение во времена запретов, когда они проводили служение, собирались, и туда приходили люди, и они говорили, если вы верующие в Иисуса Христа, а у нас есть сила наступать на всю силу вражью, и мы сейчас всех поборем, здесь и так далее, не нужно маски, снимайте как можно, нужно Словом Божьим бороться против этого всего. А вы тут, понимаете, маски одеваете. И в результате во многих из этих церквей люди заболели, в некоторых даже умерли от коронавируса. Я напоминаю, что да, это грипп, но от него все-таки умирают. И если бы человек не заразился, им, скорее всего, может быть, он и не умер бы, и прожил бы еще дольше. То есть это не благоразумие, это непонимание того, что происходит, не отказ от того, чтобы замечать беду, он приводит к беде не только в своей собственной, он приводит к беде еще и в пастве. Ведь Бог потом спросит с пастыря за это. Притча не зря говорят, что благоразумный видит беду и спасается, а глупый идет вперед и наказывается. Это все сделано, да, конечно, все это сделано, будем так говорить, не для того, чтобы нам, так сказать, угодить. Я напоминаю, если кто-то из вас, может быть, не читал или никогда не ходил на занятия по политэкономике или на занятия по обществоведению в школе, или какие-то другие занятия, где все это преподают. Государство не создано для нас. Государство есть машина подавления. Но с другой стороны, государство без народа жить не может. И оно заботится о своем народе так или иначе, как умеет. И поэтому, когда наши правители говорят, что нам что-то запрещено, то, скорее всего, они хотят нашего блага. Да, нам это неудобно, это некомфортно, это не соответствует нашим правилам, это разрушает все наши планы. Каждый из нас хотел куда-то поехать, полететь, посмотреть что-то, с кем-то встретиться. Все это отменилось в один день. Мы строили планы, конференции какие-то. Ничего нельзя проводить. В церковь даже зайти нельзя. И что с этим совсем делать? Бог проверяет нашу веру. Он ставит нас в такие рамки, в которых мы просто должны выстоять в своей вере. И вместо того, чтобы выстоять в своей вере в тех местах, где мы должны выстоять, мы начинаем бороться с властями и начальствами, то есть против плоти и крови. Но у нас нет оружия против плоти и крови. Если мы возьмем в руки оружие, мы станем законопреступниками. И если мы сейчас с вами просто вступаем вот все эти протестные группы против 5G-технологий, то почему мы не вступаем с таким же рвением в молитвенные группы церквей? Почему мы не молимся с таким же рвением, как мы пропагандируем, давайте вступайте в эту группу, мы сейчас будем бороться против государства, чтобы оно нам не устанавливало 5G? Вы знаете, если даже 5G убивает, и вы в этом так уверены, то что тогда происходит с Псалмом 90, который говорит нам о том, что не бойся никакой заразы, никакой ходящей ночью, ни стрелы, летящей днем, ничего. Ангелам своим заповедуют нас подхватить и понесут, и не приткнемся ни об один камень. Вы испугались электромагнитного излучения? Оно есть у вас везде, я напоминаю. У меня сейчас на меня, вот здесь, где я сижу, излучается электромагнитное излучение сзади от электрической розетки, спереди от 3 компьютеров, которые стоят передо мной, от камеры, которая стоит передо мной, от проводов, которые нас окружают здесь в стене. И вы сидите тоже в окружении электромагнитного излучения. И вы боитесь этого?
Или вы думаете, что государству нужно убить всех подряд, зажарить, как вы пишете в своих группах, кучу детей, давайте бороться против этого? Вы призвали людей, давайте молиться за мудрость государственных деятелей? Вы призвали когда-нибудь людей молиться за то, чтобы у властей была мудрость? Вы призывали когда-нибудь, когда вы последний раз молились за то, я не говорю про всех, конечно, есть люди, которые это делают, но когда те, кто не делают, вспомните, вы последний раз молились за то, чтобы Господь дал мудрости руководителям наших стран. Вот о чем нужно сегодня думать, а совсем не о том, что нам поставят какую-то очередную антенну. Послушайте, если без этой антенны ваш телефон просто не будет работать, он просто не будет работать. И если вам этого непонятно, то мне очень жаль, что вы просто так далеки от того, что происходит на самом деле в этом мире. Я хочу просто, чтобы мы сегодня подумали над тем, вот сегодня все заканчивается, да, в Израиле, слава Богу, послабление карантина, уже можно куда-то ездить, уже можно ходить на прогулки, уже открываются с воскресенья открываются школы для младших и старших классов. Детские сады, правда, остаются закрыты, потому что родители не готовы отдавать своих детей в детские сады пока. Но тем не менее, уже открыты города, которые были как-то закрытыми анклавами, потому что там внутри было больше всего заражений. Уже как бы у нас количество умерших снизилось очень сильно. У нас все идет на спад, вся эта волна. Это было понятно, потому что вирус, он не может расти и распространяться вечно. Но сейчас, когда мы вернемся обратно к этой жизни, нам нужно сделать, вынести какие-то уроки из того, что с нами происходило во время карантина. Если мы этого не сделаем, то когда придет следующая эпидемия, я вам говорю, что она придет, и это говорю не просто потому, что я сейчас это откуда-то из пальца высосал, нет. И это не пророчество какое-то, которое я сейчас открываю. Я просто смотрю на вещи реально. Я пытаюсь казаться, или пытаюсь быть, вернее, тем благоразумным, который видит беду и спасается. Я не хочу быть тем глупым, который идет вперед и наказывается. И для этого нужно сегодня сделать выводы. Сегодня сделать выводы, что мы будем делать завтра, когда наступит следующая пандемия. Года два и наступит следующая. Каждый год вирусы так, с такой скоростью не мутируют, конечно. Но года два еще нам дано. И Бог проверяет, насколько мы верим Ему сегодня. Насколько мы верим от слова верность. Не от слова верим Ему, что Он существует. Конечно, мы верим. И бесы веруют, и трепещут. Но мы сегодня должны подумать, насколько мы верны Богу и не служим дьяволу. Смотрите, как я уже говорил, мы просто пытаемся сегодня идти не за теми людьми. Не в смысле, что не за теми людьми. Я не говорю, что ваш лидер, он плохой. Нет, я не говорю, что за вашим пастором нельзя идти ни в коем случае. Ваш пастор, помазанный пастор, поставленный туда Иисусом Христом. И вы за ним идете, потому что он заботится о вас. Он может свернуть куда-то не туда, но и это как бы не наша забота, это забота Господа, мы должны молиться, Он тоже власть, Он начальство. Я сейчас говорю о том, что мы идем глобально не за теми людьми. Мы идем за людьми, которые проповедуют нам страх. И это не наши пастора, это не наши епископы, это те, к кому мы присоединились, сидя дома, слушая новости, вступая во всякие группы протеста, подписываясь на всякие петиции о том, что мы запретим антенны тут, антенны здесь. Про то, что мы слушаем про заговор против Билла, против всего мира от Билла Гейтса или там от Дональда Трампа или еще от кого-нибудь. Такой глупости иногда наслушаешься со всех этих видео. Вот знаете, простите за такое мирское выражение, но уже хочется написать этим людям, которые отправляют, во всех мессенджерах. А вот посмотри такое видео, посмотри такое видео. Хочется им ответить по-мирски, вот как они с нами по-мирски и с ними ходят. А, кстати, верующие отправляют. Я такое не курю. Я не хочу это воспринять, я не хочу даже слышать, я не хочу видеть, потому что написано, что никакого непотребства не положу перед глазами своими. Зачем мне это все? Вы знаете, можно притянуть за уши все, что угодно. Можно притянуть за уши все, какую хотите инсинуацию. Когда-то великой ложью, прикрываясь, Гитлер пришел к власти и уничтожил 6 миллионов евреев. Почему? Потому что он просто посеял великую ложь того, что евреи – это просто грипп или раковая опухоль, как он называл, на теле человечества. Все были уверены, что именно евреи воруют детей и пьют кровь христианских младенцев на Пасху, добавляют ее в мацу. Когда мы здесь спрашивают, это что, правда? Я говорю, что это правда. Ты что, думаешь, что это так? Ну, не знаю, все говорят. Сегодня вам говорят, что богатые мира сего воруют детей и тоже каким-то образом там пьют кровь младенцев, там извлекают какие-то наркотические вещества из их организма. Ребята, послушайте меня.
Вы же взрослые люди. Вы понимаете, что мы живем сегодня в век интернета, где ничего скрыть невозможно. Ничего скрыть невозможно. И вы думаете, что это все будет происходить прямо у нас на глазах? Или это просто чей-то заговор? Смотрите, я бывший полицейский, я могу вам сказать, я всегда ищу, кому выгодно. Богу это не выгодно. Нам это не выгодно, как верующим. Это выгодно тем, кто пытается нас сделать адептами религии страха. И смотрите, что написано в Евангелии, 24 глава Матфея, с 24 по 25 стихи написано. «Ибо восстанут лжепророки и лжехристы». Кто такие христы? Христос – это не Иисус, поймите. Иисус – это Христос, но Христос – это не Иисус. Христос в переводе с греческого – это помазанник, Машиах. Помазанника может быть кто угодно. Я завтра просто помажу кого-то елеем, и он станет помазанником. Но вот таких помазанников будет много. Написано, их восстанет много. И лжепророков восстанет. Кто такие пророки? Это люди, которые приходят и говорят, я слышал голос Божий. Пророк это не тот, кто прорицает нам будущее. Пророк это тот, кто имеет общение с Богом. Вот он приходит и говорит, я слышал голос Божий. Мне говорили то, и мне говорили это. Послушайте, сатана был одним из самых главных и самых великих херувимов в небесном царстве. Он отражал всю славу Божию. Он имеет те же способности, что имеет Бог. Почитайте Откровение, там же ведь это все написано. Он может делать такие же чудеса, как делает Бог. Чего он не может сделать? Он не может воскрешать из мертвых. Он не может восстанавливать, он может только разрушать. Потому что написано, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но ради того, чтобы ему поклонились, он готов делать чудеса. Послушайте, он Иисусу Христу явил такие чудеса в пустыне. Просто такие знамения. Богу показал, на что он способен. И вы думаете, что он вам не может это показать? Конечно, может. И здесь написано. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут всякие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, даже избранных». Иисус предупреждает. «Но я наперед сказал вам». Он предупреждал нас о том, что все это будет. Сегодня нас пытаются прельстить. Сегодня пытаются, давайте вступите в мою какую-то там коалицию против кого-то другого, и мы спасем мир от всяких Биллов Гейтсов, от всех остальных. Послушайте, оставьте Билла Гейтса в покое. Он просто человек с гениальным умом. Он просто знает больше, чем вы знаете. Вот и все. Зачем ему завидовать до такой степени? Оставьте его в покое. Был бы же Стив Джобс, и ему бы тоже приписали то же самое. Это просто, понимаете, есть люди, которые в жизни, простите меня, что я это говорю, может быть, я кого-то обижу, но это люди, которые ни на что в жизни больше не способны, кроме как сеять грязь по отношению к тем, кто чего-то достигли. На этом основана любая диктатура. Когда-то Гитлер стал Гитлером, это Шекельгрубер, да, Адольф Шекельгрубер когда-то стал Гитлером только потому, что он ненавидел тех, кто успешнее его. И он сделал вот такую вот империю, которая называлась Третий Рейх. Сегодня дьявол пытается создать четвертый рейх. Он ставит нам во главу то одного, то другого. Он пробует этих вот христов, как их сказать, помазанников своих, не божьих, а своих, поставить и сказать, это Христос. Иисус предупреждал, там же, в 24 главе, он говорит, вам скажут, вон Христос там или Христос здесь. Не верьте, потому что оттуда они не придут. Мы знаем, откуда придет Иисус Христос. Он придет с неба. И знаем, куда он придет, на Масличную гору. Поэтому, когда нам показывают, что тут или там спасение, почитайте Библию, там написано, откуда спасение. И самое главное, что происходит сегодня, и меня это пугает, с одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что так и должно быть. Это, об этом тоже написано в Библии, что это произойдет, это бунты среди верующих. Вы, наверное, слышали о том, что дьявол был первым бунтарем. И дух бунта, дух анархии, он пришел оттуда, он пришел с неба, спал, как молния написано. Иисус видел это и рассказывал своим ученикам. И сегодня бунты среди верующих, это просто стало каким-то, я не знаю, трендом в современном христианстве. Пасторы, как я уже вам сказал, да, проповедуют в местах, где нельзя, во времена, когда запрещено, под закрытыми дверями, прячутся, понимают, что это плохо, но делают это и говорят, вот, мы таким образом провозглашаем славу Божию. Простите меня, но вы не провозглашаете славу Божию. Вы думаете, что когда вы там поете вот это вот прославление Богу, да, вы прославляете устами Бога, но сердце ваше далеко от него, что вы знаете, что вы делаете беззаконие. И таким образом, прославляя, произнося прославление Богу, собирая вот эти собрания, вы не Богу служите, а дьяволу.
Если вас зовут собираться во время запретов, не ходите туда, потому что мы не должны этого делать. Иисус говорил, что мы не должны протестовать против всех властей. Он даже сказал, и это очень шире, это гораздо шире, чем притча про один динарий, который он попросил. Он говорит, воздайте Богу Божье, а кесарю, кесарю. Кесарь – это олицетворение власти, причем безграничной власти на тот момент. И мы не могли, да, это нехорошо платить, подать кесарю, особенно верующему еврею, но мы живем в таком мире. Он говорил, вы должны отдать Богу Божье, а кесарю, кесарева. Власть создана для того, чтобы ей подчинялись. И если мы говорим, что мы живем как законопослушные люди, мы должны подчиняться властям. Мы не можем позволить себе собираться в тех местах, где запрещено. Мы не можем делать то, что запрещено. Мы не можем говорить, ну и что, зато мы Евангелие проповедуем. Мы проповедуем Евангелие и показываем, как мы противимся власти и не воздаем кесарю кесарева, а следовательно не воздаем Богу Божьему, потому что мы все равно живем в страхе. Это страшное дело, когда люди просто приходят к бунту. Смотрите, они хотят показать свою веру. Да, побуждения хорошие, но мирская пословица говорит, благими намерениями дорога в ад вымощена. И в этом тоже нужно отдавать себе отчет, что не всякое благое намерение, оно от Бога. Помните, что Бог сказал, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. Но только Он знает свои намерения о нас во благо, а не во зло. И вот вам ободрение. У Бога нет планов против своей церкви. Если сегодня происходят какие-то моменты, которые нас не устраивают, которые мы не понимаем, где у нас что-то происходит не так, как мы хотели бы видеть, у церкви, у Бога нет планов против своей церкви. Написано тем любящим Бога, призванным по Его изволению. Обратите внимание, все содействует ко благу. По словам «все» имеется в виду и коронавирус, и запреты, и ограничения, и 5G, и Билл Гейтс. Все содействует ко благу любящим Бога и призванным по Его изволению. Я хочу, чтобы вы сегодня углублялись в Слово Божье. Вы можете говорить аминь на то, что я говорю. Можете вы говорить, что за ерунду он несет, что за ересь он говорит. Но я это беру в Библии. Я опять читал Библию, я опять видел, что всему этому должно быть, все это должно произойти. Все, что происходит, должно произойти. Это только начало. Это только начало. Смотрите, бунтарей Бог не любит. Петр. Апостол Петр бунтовал против Иисуса Христа и говорил ему, да не будет этого, да не пойдешь ты ни на какую смерть, никуда, ни в какую там, ни в какой Иерусалим. И он повернулся, Иисус, к Петру и сказал, через его уши, он произнес это в царство сатаны, он сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Вы думаете, Петру это было приятно слышать? Или ученики, которые его окружали, они не подумали случайно, вау, может быть, Петр и есть сам дьявол. Но Иисус знал, кому он это говорит. Он говорил это как власть имеющий. Он говорил к сатане. Он говорил к сатане через уши того, кем он овладел. И дьявол оставил его. Петр не перестал быть бунтарем. Он даже когда в Гефсиманском саду уже Иисус им рассказал, что мы не так познали Царствие Божье, что мы не мечом будем брать это, он все равно выхватил меч и кому-то отрубил ухо. Это привычка бунтовать, понимаете? Если у человека есть привычка бунтовать, он должен покаяться, как Петр. Просто прийти и покаяться, и горько плакать перед Господом, потому что первый, кто согрешил, и первый самый грех был такой публичный, это был бунт против Бога, и за это он был, сатана, низвержен с небесного царства. Мы не хотим разделить его участь. К этому бунту прикрепилось еще много чего другого, но мы не хотим разделить его участь, мы хотим попасть в Царствие Божие. И я могу вам сказать, что сегодняшнее, все, что сегодня происходит в этом мире, это проверка. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали несколько мест Писания сейчас, и на этом будем заканчивать. Первое – это Откровение, 13 глава с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнцам, говорил как дракон. Он действует перед ним как, со всей властью первого зверя
и заставляет всю землю живущих на ней поклониться первому зверю, и у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, что они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было, обратите внимание, он ранен и он жив. То же самое, как Иисус, он умер, но он жив. То же самое здесь говорится о драконе. Это лже-Христос, этот самый дракон. И написано, что образ, и дано было вложить ему дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, и богатым, и нищим, свободным, и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и никто, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или, или имя зверя, или число имени его, и здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочтет число зверя, и это число человеческое, число 666. То есть, сегодня на эту тему очень много инсинуаций, я не буду сейчас проповедовать на тему 666, это не тема нашей проповеди, мы должны проповедовать Христа, поэтому нам просто нужно читать, что все это будет. Это может быть чип, это может быть все что угодно, но это будет. И я еще раз напоминаю, что Бог показал нам вот этим коронавирусом как бы демо-версию, лайт-демо-версию того, что будет в аду. Смотрите, каждый сегодня отделен друг от друга. Нам как бы вот это вот лозунг «с глаз долой, из сердца вон» сделали реальностью. И сегодня нам говорят, настоящая любовь – это дистанцирование, это социальное дистанцирование. Вот если ты на расстоянии, ты любишь. Послушайте, когда это было такое? Но да, сегодня нам запрещают встречаться. Когда-нибудь это вернется, и мы сможем вместе с вами проповедовать Иисуса Христа. И мы сможем обняться, и сможем смотреть друг другу в глаза, не только через камеру. Но это, для этого должно пройти время. И еще раз повторяю, это была демо-версия, когда каждый заперся в своей вот этой вот келье под названием «квартира», включил телевизор и начал слушать все эти про 5G, про Билла Гейтса, про младенцев, про кровь, про не знаю, там еще что, про то, как мы все умрем, что-то биологическое оружие. Послушайте, это... Представляете себе, что будет в аду? Если здесь хотя бы при всем этом мы имеем любовь Божью, мы имеем Бога в сердце, Божью защиту, мы все равно знаем, что Бог нас не оставил. Там все будет закончено. Там не будет ни Божьей любви, ни Божьего присутствия. В аду все будет во много сотен тысяч раз хуже. Бог показал, что такое не любить ближнего своего. Бог показал, как мы можем отдалиться друг от друга и забыть друг о друге. Все погрузились в свою рутину. И сегодня нам не больно, нам страшно, а там будет и больно, и страшно, и Бог не хочет этого. Я считаю, что это была просто демонстрация того, как может выглядеть ад на самом деле, чтобы мы поняли, что мы можем потерять, когда потеряем друг друга. Потому что Писание говорит, что если мы во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. Мы сегодня живем во тьме, и наш единственный свет – это Иисус Христос в нашем сердце. И если мы Его являем себе в первую очередь, мы становимся источником света, и на источник света приходят все остальные. Когда тьма, люди ищут костер, люди ищут свет. Мы им должны являться. И сейчас, когда нам не разрешают собираться вместе, мы должны просто поставить служение Богу на первое место в своей жизни. Служение Богу через служение людям. Мы должны угождать не людям, мы должны угождать не себе, мы должны угождать Богу. Мы должны переждать это, перемолить это, переломить это. И прийти в тот день, когда нам разрешат вместе собираться и просто показать всем, что Бог нас не оставил. Мы будем самым большим свидетельством Божьей славы на земле. И я вам говорю это, потому что я читал это в Библии. Если вы думаете, что все вернется на круги своя, не вернется, потому что Бог творит все новое. Я хочу последнее место Писания прочитать как ободрение вам об обновлении. Это 21 глава Откровения. С 1 по 8 стихи. «Я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Это для тех, кто любит море. Вы не думаете, что там в раю будет море. Не будет моря, там написано, моря уже нет. Мир поменяется, он будет другим. Бог его создает лучшим для нас. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии есть истины и верны». И сказал мне: «Свершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Бог хочет, чтобы мы переждали это, перетерпели это. Написано: претерпевший до конца спасется и даст Бог нам венец жизни вечной. Нам не нужно сейчас поддаваться на этот страх. Умоляю вас, перестаньте вступать в эти группы протеста против того, протесты против этого. Вы знаете, мать Тереза как-то сказала: если меня позовете на демонстрацию против войны, я не пойду. Но я с удовольствием пойду на демонстрацию за мир. Как мало изменилось против войны и за мир, но когда мы за, мы не против. Когда мы против, мы идем против чего-то. Когда мы за, мы идем за чем-то. И поэтому нам нужно перестать протестовать. Мы должны прийти к миру. Бог призывает нас к миру. Он зовет нас в шалом. Мы приветствуем друг другу шалом, а внутри у нас мельхама, война. Мы не можем смириться с тем, что происходит. На нас давят все эти проблемы, на нас давит вся эта рутина, этот телевизор, этот интернет, эти все социальные сети, все эти непонятные высказывания, фильмы про каких-то там, какой-то там всемирный заговор и так далее. Если мы хотим быть детьми Божьими, мы должны спрашивать себя: что сделал бы Иисус? What will Jesus do? Если мы знаем, что сделал бы Иисус, мы никогда не поступали бы так, как мы поступаем сегодня. Мы никогда не ходили бы на какие протесты против чего бы то ни было. Мы всегда бы молились по Слову Божьему за властей, за начальство, за царей, за всех человеков. Ибо так мы можем иметь жизнь безмятежную. Я просто призываю вас иметь жизнь безмятежную. Молитесь за свое государство, молитесь за свой народ, молитесь за свои власти, молитесь за свое начальство, особенно молитесь за своих пасторов. Им сейчас хуже всего, потому что все смотрят на них, и они никогда не вели церкви, сидя дома, через интернет. Молитесь за своих пасторов, потому что именно они сегодня противостоят ударам дьявола со всех сторон, и на себя, и на свою семью, и на свою церковь. А на нем возложено гораздо больше, чем просто быть священником в своем доме, как вам. И я просто ободриваю вас, чтобы с сегодняшнего дня мы пересмотрели свое отношение ко всему, что происходит. Мы перестали, вот что называется по-мирски, простым словом, вестись на этот развод, который нам предлагают со всех сторон. Все эти фильмы, инсинуации, новостные каналы. Не можете устоять перед соблазном — отключайте, отписывайтесь, не ходите в интернет. Но не позволяйте дьяволу сеять вам вот сюда страх. Не позволяйте. Не позволяйте сеять ему вот эту панику, не позволяйте сеять ему бунт. Не ходите туда, куда нельзя, не делайте то, что нельзя. Потому что мы живем в мире, где нужно воздавать Богу Божье, а кесарю кесарево. И давайте будем обращать внимание больше на то, как воздавать Богу Божье. А кесарю кесарево нам совесть не позволит не воздать. Поэтому давайте будем вместе в молитве. Я хочу помолиться сейчас за всех людей. Я видел ваши молитвенные нужды, которые вы прислали сегодня в прямой эфир, на том сервисе, на котором у нас не получилось выйти в прямой эфир. Но, тем не менее, я хочу помолиться за вас, за каждого из вас. И пусть Господь обильно вас благословит. Я думаю, что вы можете писать и здесь свои молитвенные нужды, мы за них помолимся. Отец Небесный, я провозглашаю сейчас мир и покой, в первую очередь, в каждое сердце во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю сейчас, Господь, Твое присутствие, Твоего Духа Святого рядом с каждым из нас, Господь. Я прошу Тебя, Господь, удалить всякий страх. Прошу Тебя, Господь, развеять всякие сомнения, разрушить всякие твердыни, любые преграды дьявола, которые он пытается воздвигнуть возле нас, делая чудеса и знамения и пытаясь отвлечь нас от Тебя, Господь. Мы хотим смотреть
на крест. Мы хотим поднять голову от земли и смотреть на Тебя, Господь, на крест, возвышающийся на горе, который был воздвигнут для того, чтобы быть памятником всем нашим грехам. И на этом кресте Ты умер, как живая жертва умилостивления, чтобы эти грехи так и остались там, на кресте, Господь. Потому что Ты их, оставив там, сошел с Него, Господь, живым и дал нам дар вечной жизни. Пришел к Господу Отцу нашему для того, чтобы приготовить место в обители дома Отца нашего Небесного. Господь, мы имеем гражданство небесное, Господь, научи нас мыслить по-небесному, Господь. Научи нас быть с верой Божьей, как Ты был верен во всем, Господь, от начала и до конца. Ты был испытуем во всем, искушен во всем, кроме греха, Господь. Мы знаем, что мы грешные, Господь, от рождения, мы рождены во грехе, Господь, и мы боремся со своим грешным телом, Господь, но мы знаем, что Ты изнутри освящаешь, очищаешь нас, Господь. Просто помоги нам справиться со всем этим потоком лжи, которые сейчас изрыгают на нас эти лжепророки, лжехристы, Господь. Все эти звери, которые вышли из моря и пытаются вот этот образ зверя насадить нам так, чтобы мы боялись его, Господь. Я провозглашаю, что ныне любовь будет в каждом сердце, а там, где любовь, там нет никакого страха. Любовь изгоняет любой страх. Любовь покрывает любой грех. Во имя Иисуса Христа кровь Твою провозглашаю сейчас на жилище каждого верующего в Тебя, Господь. Будь прославлен и превознесен в нашей жизни, в жизни всех верующих во имя Иисуса Христа. Молим Тебя за наши власти, начальство, Господь. Дай им мудрости, дай им смирение, Господь, перед Тобой. Пусть познают Тебя, Господь. Пусть познают только Тебя. Во имя Иисуса Христа просто просим Тебя об этом и провозглашаем мир Твой на каждый дом в этом.